Отлично, один взорвался. Нет, 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 нет. Ё-моё, мы тоже не смогли. А, тихо. Мы живые. Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Чебузаврик, Сайбер, Секрет, Пика, Танчик, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Я люблю пельмешки. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, скачали карту школы, эта карта вышла сегодня, поэтому у нас выживание в школе с монстрами Хендерсона. Если опять кушать, приятного аппетита, и мы начинаем выживать, угорать и веселиться. Погнали. Кстати, можно использовать оружие, только монтировку, если вы не боитесь. 4. 5. Все, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Это как в школе, мы так и делали. Кто первый умрет, тот лох. Правильно, кстати, вот это мне нравится. Кто первый умрет, тот лошара. Давайте потом школу сожжем. Кстати, в конце ролика мы это, наверное, и сделаем, потому что все любят школу. Столовка. Да. Опа, какого-то вижу. Иди сюда. В конце ролика мы вообще, знаете, что сделаем? Мы поставим вертолет и улетим с этой школы. Побег со школы. Идите сюда, мы... А где ты? А, вот ты, пока. Ты меня не убьешь, потому что я полупрофессионал. Че, правда? Ну, конечно. Пацаны, убегайте, убегайте, убегайте все, не задерживайтесь. Ай, застрял, валите. Кстати, кого он убьет, тоже берет монстра Хендерсона и начинает гасить. И, ребята, обязательно досмотрите до конца, потому что в конце будет очень много монстров Хендерсона и один выживший. И, как всегда, один выживший может использовать... любое оружие. Да ты застрял. Там застряла жопа это Спайдермена. Иди его убей. В дверях не он. Не надо. Давай, давай. Есть. Блин. Уже два у нас телепиздри, ко мне это нравится. Это вообще нечестно. Чё? Не, а чё нечестно? Всё честно. Еще одного сейчас убьет. Надо валить, надо валить. Ну, пацаны, ну что вы не умеете играть? Так, так, так. Ай, закрыто. Дима. Нет, зря, я, наверное. А, уже, кстати, первый лох есть, да. Нет, два лоха. Так, бежим сюда. Блин, это тупик. Надо быть очень внимательным. Где? Лох, Радекс. Иди сюда. Сейчас ты будешь лохом. Иди сюда. Бежите, глупцы, бежите. Окна можно разбивать? Окна нельзя разбивать. Беги, вон там. Кто там окна бьет? А! Мама, я зря сюда забежал. Тихо. Такой? Надо обмануть. Как же его обмануть? Заходите с другой стороны. Да нельзя заходить. Ладно, я выхожу на пролом. Блин, да это нечестно. Нет, отлично. Нет, ребятушки, начинается самое большое веселье. Поэтому... обязательно прямо сейчас, кто смотрит ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам нравятся такие веселья и угар, плюсик в комментариях или нам нравится. Если будет много плюсиков, мы сразу записываем похожий ролик, только на лучшей карте. На самой новой. Да. А, вы за мной решили? Да не, пацаны, это так не работает. Мне не заспавнить. Обходим. Так, вали. Задержка есть. Ё-моё, красиво! Боже, это так было мощно! Это жесть! Вы так что быстро убиваете всех? Блин, я не виноват. Виноват, вы меня красиво... Ах ты, челепиздрик, еще одного! Вообще класс. Так, бежим. Ням-ням-ням. О, растишка. Дрыстишка. Мочи его. Беги, быстрее за ним. Подожди, где он? Ага, я понял, сюда. Ага, он обходит, обходим его. Так, я с этой стороны буду идти. Сейчас мы его встретим. Я дверь закрою, чтобы он не мог выйти отсюда лишний раз. Ой! Так, заглядываем. Да блин, у него КД еще такое. Невозможно. Блин, еще спидран. Так, давайте сделаем перекличку. Кто остался в живых? Я. Двое? Танчик и Чебузаврик. Так, танчиков что ради убили? Нет, танчика убили. Танчика замочили. Чебузаврик. Один остался или нет? Да, растишка. А, так ты... давайте, кто... уже никого. Всех убили? 3, 2,
Один. Выживание началось. Теперь я должен загасить пацанов. Ой. Это было очень легко. Поцелуй смерти. Именно ляща такого, знаешь, дебела вот тебе вписал. Отлично, отлично. У нас уже двое. Я хочу, чтобы последний, кто остался в живых, смог все-таки использовать оружие и показать, на что он способен. Админский можно? Нет, конечно. Блин. Блин. Я тебе еще раз убью, просто так. Блин, за что? Да ну ты мне понравился. Убивать тебя вообще классно так. Подожди, подожди, подожди. Мне показалось, там кто-то был. Никого нету. О, блин, подвал с детьми закрыто. Жалко. Как вам вообще эта карта школа? Такая, как это простая очень, да? Не очень. Вонючая. Много предметов. Да, реально вонючая. Вонючая? Да, вонючая. Фу, напердели. Иди сюда, скотиняка такая, а? Ну иди сюда, я тебе дам поджопника ногой. Не найдешь. Давай, 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 давай. Эх, рёдом. Эх. Блин. На. На. Ух, да что ты? Ой, да ой, ты ой. Че задрал? Да давай, давай, давай. Да ё-моё, тут уже пол карты разломал. Давай, давай, козлы. Догоняй. Дима, я сзади, я сзади. Дима, давай, 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 мы его сейчас окружим. Да ты смотри. Не надо. Ах ты какой. Да ты смотри, да добью я его, буду бить. Да ты чё? Давай, давай. Во-во-во, ах ты зараза. А, хорошо, 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 всё-таки пойдём за этим. Мне кажется, я его сейчас убью. Чтобы я не убил, я его замочу. Да ты что? Да. Давай, давай, я буду бить Диму. Я буду Диму бить. О! А я тебя сейчас дам. Ты смотри, мне монтировкой по спине бить, а? Мы тебе позвоночек вправляем. О, чё это у нас тут за учитель стоит новый? А ну, я могу карты? Ого! Я парту тут, ого! Зачем парту? А кто бы ого, на... завалил вообще, да, жесть. Я футбол нашел. Ой-ой-ой! Что делается, я... Я не могу выйти. А ты чего? Я тебя не могу ударить! Ребята, пошли футбол играть. Я на самом деле не карту, там только сейчас. Да что ты был? Есть! Есть! Танчик тоже слился. А кто последний остался? А я видел, как танчика убили. Сейчас, ребята, у нас будет следующий раунд с вертолетом. Я поставлю вертик, и мы должны на нем улететь. Можно меня убить, пожалуйста? Конечно. Да. Не надо, дядя! Отлично. А, тебя надо... Подожди, кто-то бегает. Это я бегаю. Так, ребята, кто остался в живых? Я. Это секрет. Я секрет. Так, вас двое. Я тоже по факту уже остался, картон Кэта выбрал. Ой, вообще красиво. А вы килл прописываете? Понял. Так, если ты один остался, можешь оружие использовать. А блин, не. А какой? Так, набегу. Так, набегу, набеги. Отлично. Ой, вот это. Ой! Ну что, я сейчас тебя замочу здесь в туалете. Я ваш страх. Я профессиональный игрок CSGO. Ага, по проигрышам. Еще раз, на всякий случай. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и поугарать. Так, ну что, остался кто-то в живых или нет? Я не знаю, но я остался только. А, ну все. Да. А, ну все, тогда... Давай, бери оружку, можешь даже АР-2 шары, кстати, они нас мочат сразу. Блин. Пика сдох. Так нет, я кильнулся сразу. Так, отлично, я не знаю, убиваю всех, кого вижу. Кстати, на этой карте какая-то задержка есть. Да, задержка. Есть, из-за парт этих. Парты лагающие. Может удалить? А их очень... Эй, ты чё дерёшься, я же свой. Обстоятельства, я понял. Я сел под парту, и у меня выбрался Cartoon Cat. Реально. Давай этот, поджопника тебе дадим. Да я убиваю. Да что у нас творится? Удаляйся парту. Одного килл. Ну что, мы у всех убили или нет? Да, всех. Ребята, последняя катка, когда мы должны сесть в вертолет и улететь с этой школы. 3, 2, 1. Погнали. Так, ой. Кстати, очень странно. Мы тут поудаляли все на карте. Теперь как-то все срабатывает странно очень. Пойду через крышу. Так, а тут крыша есть? Да, тут и есть, короче, на втором этаже лестница. Вот. Я иду. Куда?
Отлично, отлично. Все, я на свободе. Садись, быстрей. Все, поехали. Отлично, взлетаем. Ты орел или кто, я? Отлично. Все. Давай. Кстати, если он может ударить по вертолету, вертолет взорвется. Ой! У нас вертокрышка отлетела, одна вертушка. У меня бракованный. Отлично, один взорвался. Нет. Ё-моё, мы тоже не смогли. Тихо. Мы живые. Ой, мы не смогли улететь. Ой. Да что нам попался за псих такой? Мы не смогли улететь. Осторожнее, мои шляги. Есть, попал. Попал. Ой, надо валить. Давай. Во всех попал. Ты сюда не сможешь зайти, это мой автобус. Ну что, ребята, он не зайдет сюда. По животу буду тебя гасить. Граната. На, попей. Блин, он зашел! Ну нет! Давай. Ну заразу! Ну как? Вот он. Давай, скидывай его. Тихо. Отлично. Отлично. Вижу жертву. Ой. А че у вас руки как колбаски? Так надо. Ты, блин, еще бы чуть-чуть бы и попал. Ах ты, зараза такая, а? Если мы его сейчас не поймаем, то он будет считаться победителем в этой серии. У тебя есть минута. Если мы в течение минуты его не ловим, он побеждает. А я могу какое-нибудь оружие? Конечно, любое, полностью, какое хочешь. Ему нет, сложно. Я хочу повыживать, я не хочу быть убийцей. Ну тогда мы будем убийцами. Спасибо. А где он? А он бежит. Ой, вижу, на первом. Я бы вам не советовал так высоко руки поднимать, я просто через них легко. Обходим. 20 секунд прошло. Спортзал. Коты, обходим его. Вот он, я его вижу. Да блин, мы его не можем убить, представляете? Он сейчас на крышу идет. Он на крышу сейчас хотел пойти. Полминуты есть. Еще полминуты. Так, наверное, нам на улицу выбегать и с улицы его ловить. Из АКД. Так. Отсюда. 45 секунд, 15 секунд осталось. Ой, у меня бомба досталась. Так, ждем. Да как? Как так быстро? О, все, тебе не выбраться. Все, ребята, он победил. Минута прошла. Представляете, это правда? Победитель. Да, ты выиграл. Блин, да ура. Как? Мы сделаем с этой школой то, что положено. Я так и знал. Блин, ну представляете, вот в этой серии у нас наконец-то за сколько времени оказался победитель, который сыграл лучше всех и обманул всех. Поэтому, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще... Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Еще.